Умер Олег Табаков. В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель художественного театра имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с ним. Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. Артист пришел на плановый прием к стоматологу, откуда был срочно доставлен в реанимацию Первой градской больницы. Позже стало известно, что у Табакова диагностировали сепсис. Каким образом артист получил заражение крови, не уточнялось. Здоровье артиста резко ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже состояние Олега Павловича удалось стабилизировать. В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что он реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными. 30 января в СМИ распространилась тревожная информация о состоянии Табакова. Говорили, что у него начались судороги и, вероятно, отказывает головной мозг. 12 марта Олег Табаков скончался. Артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения. Информацию о смерти актера подтвердили в пресс-службе театра, которым он руководил. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!